Доброе утро, уважаемые подписчики. Ну вот поступило, значит, такое заявление о том, что озон не работает. Нет, работает. И я сейчас вот заходила в озон. Мальчики сказали, что тут работала одна девушка. Вот, но нашли второго человека. Теперь уже будет полностью работать, как и раньше работал. Но они сказали, что озон работал все время. Поэтому, как сказали, что он не работал, непонятно. Ну, во всяком случае, сейчас меня двое молодых людей, значит, уверили, что озон работал и будет работать. Второго человека нашли. Но вот аптека у нас вот пока что еще не работает. Я уже просила дважды, если не трижды, чтобы люди, которые имеют медицинское образование или фармацевтическое, и которые хотели бы поработать, пожалуйста, приходите, а то аптека у нас до сих пор еще закрыта. Хотя еще, ну, можно было бы, значит, чтобы еще можно было где-то зимой уже открыть ее. Но так как вот не было людей, вот почему-то там, где перекресток, там открыли давно уже аптеку, а к нам вот почему-то народ не совсем идет. Хотя здесь я думаю, что все равно кто-то имеет медицинское или фармацевтическое образование. Но что-то очень скромничают и не идут. Значит, ну, уже вроде бы как начали завозить, там воду завезли, некоторое количество лекарств. И вот здесь есть объявление о том, куда нужно позвонить тому, кто хочет, значит, устроиться на работу в нашу аптеку. Пожалуйста, очень вас просим, потому что пожилых очень много в нашем комплексе живет, и им требуется все время какие-то лекарства. Поэтому просьба вот прийти и устроиться, если есть такая возможность. Вот номер телефона. Пожалуйста, приходите, устраивайтесь. Спасибо за внимание. Для тех, кто может прийти и работать в этой аптеке, вот номер телефона, который дан здесь. Приходите, оформляйтесь. Пожалуйста. Потому как нашим пенсионерам далеко ходить очень плохо. Спасибо за внимание. По телефону... Отлично, уже половина. Который дан здесь. А, это для поставщиков. Ну вот, можно здесь вот, наверное, тоже есть, куда обратиться, чтобы прийти работать. Ну вот здесь вот прямо номер телефона, кому можно обратиться, чтобы, значит, поступить сюда на работу. Ну вот пока что здесь, ну, начали вроде бы завозить что-то, но не очень пока. Одна вода, по-моему, ну, немножечко этих каких-то лекарств есть, наверное, да, но это не очень много. Ну, в общем, просьба, если кто-то хочет работать в аптеке, пожалуйста, приходите.